сам бордюр, ну я же говорил, 300, да? А получается, что он заглублен буквально на 5-6 сантиметров. Снег будут убирать дорожная служба, пойдет по грунту, впереди вал. А просто его положит. Ну, смысл платить 1 700 000 рублей за что? За то, что он следующий год переделает этот бордюр. Я этого не понимаю. То есть он ниже или выше? Он стоит выше, он, я говорил, он закреплен на 40-50 миллионов. А по стандарту? А по стандарту он тоже вот по полоске. Вот здесь вот еще более-менее, вот полоска, видите? Вот так должен стоять. А-а-а. Почему? Потому что, ну, вы же, наверное, снимали Кравченко в этом году и Лапенкова. Видели, что прежде чем ложить асфальт новый, снимают старый асфальт, а он смесь, да, это 50 миллиметров. И выравнивающий слой еще 50 миллиметров. Получается, сотку снимут. А если он заглублен на 50, чем повиснет просто и все. Ну да. Вопрос в другом, зачем тут бордюры, если тут дорога? Понятно.